Ну а сейчас, дорогие наши, я приглашаю на сцену бурятскую делегацию. Пожалуйста, аплодисменты бурятской делегации. Они приехали к нам за 1000 километров и приглашают сюда организаторов праздника. Представьте себе, пока не выходят, я вам расскажу предысторию того, о чем мы сейчас хотели говорить. Выходите, выходите смелее на сцену здесь, и, пожалуйста, вот в один ряд, вот так, перед всеми. Прошу вас, сюда. Проходите, пожалуйста. Вся делегация, мы хотим видеть всех, всех делегаций из Бурятии. Много вас, много. Дорогие наши, представьте себе, и организаторов приглашаю, подходите, пожалуйста, сюда. И, внимание, госпожа Рампила вам не рассказала интересную историю. Мы здесь, в Чехии, живем, в общем-то, уже около 15 лет. И вот иногда чехи спрашивают, скажите, пожалуйста, откуда вы? И чтобы правильно сказать, чтобы правильно понять, спасибо, я потом, она говорит коротко, мы из Сибири. И говорят, боже мой, вам надо дать медали за то, что вы переживаете эти сибирские крепкие морозы. Так вот, мы в юморе, но от души и с чувством приготовили целой бурятской делегации вот эти медали, где на память написано «Прага-2010». Пожалуйста, вручать, что они приехали к нам за то, что они переживают. Посмотрите, как здорово переживают, как хорошо выглядят эти крепкие сибирские морозы. Каждому медаль обязательно, на память, пусть увезут медаль из Чехии. Потому что действительно из Германии сюда ближе, а вот из Бурятии, ой-ой-ой, как далеко. Медали очень, даже посмотрите, как блестят, как красиво. И гравировка там есть на память. Итак, наши дорогие, а сейчас для вас презентация бурятской делегации. Халун Амар Мэнди Хурухин Зушавит. Саган Харагашинне Бухи Хамук Монголнода Иге их байыр. Иге инде маньяга орхендатна их байырте вайнырге. Тегайдлы их олын күн соғылар ажуғы хан тегайд хамагы иге байыр. Саға Харая Оптыжы байханны ихыл хэм байны. Тегайд манайым Республикин Найынха приветствую шағынетті. Дорогие наши земляки, позвольте еще раз поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником Нового года, Белого месяца. И, конечно, поприветствовать вас от имени Республики Бурятия в таком замечательном городе Прага. На самом деле мы с большой радостью, с большой теплотой приехали. И большое спасибо организаторам за приглашение. Я считаю, что действительно мы должны поддерживать те традиции, те обычаи, которые есть, несмотря на то, где бы мы ни жили. Потому что наши земляки действительно очень умные, талантливые, и они живут по всему миру. И поэтому то, что сегодня здесь находится старшее поколение, молодежь, дети, это, конечно, еще раз символизирует о том, что наш народ единый, и мы должны гордиться именно нашей Бурятией. Мы хотели бы сейчас пригласить организаторов сюда, на сцену. Мы сегодня, наверное, самое главное. Мы привезли приветственные отреза от президента Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Наговицына, который тоже с большой радостью вас приветствует в Праге и поздравляет с праздником. Мы привезли тоже приветственный адрес от депутата Государственной Думы от Республики Бурятия Владимира Эдуардовича Матханова. И также приветствие от нашего сенатора Совета Федерации Виталия Борисовича Малкина. Мы вот позвольте, пожалуйста, нам вручить организаторам эти приветственные адреса. И также
хотели вручить хадык тем организаторам, которые были в прошлом году, организовывали этот праздник в Кёльне. Приглашаем на сцену. Наверное, очень большая организационная работа, и вот брать на себя ответственность, брать земляков. Спасибо вам большое. Ну и мы хотели бы также вручить небольшие сувениры. Сегодня вот на вечернем празднике мы попробуем, чтобы всем действительно хватило сладостей и сувениров, всем тем, кто сегодня находится. Мы тоже также организаторам вручим. И вот такой символический флажок Республики Бурятия. И мы подготовили небольшие презентации, которые бы сегодня вот хотели бы, чтобы вы тоже посмотрели. С праздником, большое спасибо. Это с обращением президент Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия господин Наговицын. Дорогие друзья, от имени народа Республики Бурятия рад приветствовать вас на праздновании Нового года по лунному календарю, праздника Белого месяца. С большим вдохновением мы восприняли известие о том, что за тысячи километров от древней бурятской земли в прекрасной Праге проходит этот праздник. Этот пример проникновения культур, их взаимообогащения придаст позитивный импульс для налаживания деловых и культурных связей Чехии и Республики Бурятия. Для Бурятии, которая расположена на берегу священного озера Байкал, празднование Сагалгана – особенное событие. Его отмечают люди разных национальностей, вне зависимости от вероисповедания. Знаменующий наступление Нового года по лунному календарю и пробуждение природы, этот праздник восходит к древней народной традиции, которую мы бережно храним. В эти дни еще предками было заведено прощать друг другу обиды, проводить очищающие обряды, навещать родных и близких, безотказно принимать гостей у себя и угощаться белой пищей из молочных продуктов, символизирующей чистоту помыслов. Для нашей многонациональной республики, где расположен центр буддизма в России, традиционная буддийская сангха – всеми любимый праздник. Сагалван – это символ надежды и самых светлых ожиданий. Республика Бурятия сегодня динамично развивается. На берегу Байкала мы начали возводить объекты особой экономической туристско-рекреационной зоны с фешенебельными отелями и курортами, чтобы редкий по красоте регион у Байкала стал доступен россиянам и зарубежным гостям. Мы будем всегда рады встретить вас на гостеприимной земле Бурятии. Пусть наступающий Новый год по лунному календарю, год металлического белого тигра, откроет вам новые горизонты, добрых начинаний во благо процветания вашей земли. Пусть он станет годом новых свершений и сбывшихся надежд. Дорогие друзья, от всей души я желаю вам крепкого здоровья, мира и благоденствия. Спасибо за внимание.